Вот и закончилась еще одна рабочая неделя. Ура, ура, ура! Так, ну покажу вам немножко, как мы готовимся к обеду в субботу. То мы в гости ходили, ездили, а теперь к нам придет друг мужа. Давно мы не виделись и хочется встретиться. Вот так вот по-деревенски. Вот такие вот салфеточки летние мне захотел. Ну, соскучились, конечно, мы по празднику соскучились. Гостей принимать, сами по гостям ездить. Ну, вот постепенно столик заполняется, стол. Вот такие вот будут грибы, шампиньоны. Для аперитива небольшое блюдо. Огурцы. Расскажу потом, как делают огурцы французы. Шакрутюри мясное. Ну, с горчичкой, различные соусы. Затем будет горячая андива с жамбоном и курица. Прелесть какая, а? Ну, вы знаете, друзья, мой француз в любой сезон есть первое, и без супа он обойтись не может. И даже когда у нас гости, суп вроде бы как не праздничная еда, но мы предлагаем и гостям, если хотят. Никто еще не отказался ни разу. Сегодня у нас в меню суп из маниока тапиока. Очень полезный, надо сказать, для профилактики бесплодия, рака. Такие вот крупинки из корнеплодов растения. Кассава его еще называют. Вот маниок. Из корнеплодов делают муку, и вот такие вот крупинки разбухают потом при варке. Вот. Ну, а цвет нашего супа такой свекольный, потому что сначала мы, естественно, сварили свеклу, вынули ее и потом добавили крупу. Вот. Можно добавить еще и куркуму, тогда суп будет желтенький, тоже такого приятного цвета. Я первый раз попробовала такой суп в день нашего бракосочетания, когда мы с родителями моего мужа в ресторане его заказывали. Вот. Даже, видите, в ресторане подают такой суп. Вкусовые ощущения такие, знаете, как будто ешь зерна икры. Tu peux raconter, s'il te plaît, comment tu préparais cette salade de concombre? Ça, c'est une salade russe, ça, et vous? Concombre, et bien, voilà, je les ai épluchés, je les ai coupés en rondelles, et puis persillade, tout simple. Et ensuite, on peut se rajouter trois sortes de mayonnaise, aux herbes, nature et au fromage de chèvre. Voilà, servez-vous! Trois bergers allemands. D'accord. Et ensuite, j'ai acheté ce chien, berger belge malinois. Ses parents avaient des médailles de concours. Il a un pédigré. Oui, pédigré. Et puis, je l'avais ici, pendant que moi je travaillais, et il me gardait là. Вот я приготовила, друзья, нам для тортика блюдо. На десертик у нас будут абрикосы и клубника. Вот посуду, розеточки приготовила для мороженого. Не знаю еще какие, вот не выбрала. То ли эти, то ли вот эти. Вот так. Для чая. Муху ловим. Покажи, Дима, чем мы ловим. Кто был во Франции, друзья, вы могли видеть, что многие французы тарелочку очищают кусочком хлеба. И это абсолютно не считается дурным тоном.
Вы знаете, для французов необычно, и с улыбкой они смотрят на то, как мы можем, например, из чашки наливать горячий чай и пить его из блюдца. Alors, on goûte. Я представляю вам андиву с жамбоном под соусом бешамель. Вот. Мало того, что муж приготовил, он еще и всех обслужил. Вот, посмотрите. Это капуста пекинская, или как, цикорий. Вот, цикорий, вспоминала слово. Обернутый цикорий в жамбон, ветчину, пласт ветчины, бекон, да, бекон. И под соусом бешамель. Да, Филипп в гостях. Tu as mangé toi aussi? Non. Bon. Et oui, tu commences quand là? Tu recommences à quoi? 15h? À 4h? À 16h? Ура! Наконец-то время десерта! Вот эту ложку, ребят, я вам показывала, ребята, девчата, когда покупала ее. Вот она мне и пригодилась. Вот она. Сейчас будем вот такое мороженое кушать. Марка Carte d'Or. Формат специальный. 200 литров с изюмом и с ромом. Так, как оно тут? Оп. Открывается. С ромом, с изюмом. Вот такое вот мороженое. Оп, надеюсь, будет хорошо выкладываться. Так, что ли? Оп. Да, получается, слушайте, я довольна. Вот так, как я и хотела, чтобы именно кружочком получалось. Ну, и сейчас все время у меня на видео вот это вот. Ну, ты смеешься всегда. Говоришь, ну. Вот так. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Qu'est-ce que j'ai fait? Мороженое. Oui, tu peux. Чай. Вот с таким вот ситечком. Слово искала. Ситечко. Вот такое вот. Мюсье захотел у нас именно вот в таком вот стакане мороженое. Вот этот вот бальзам. Кто хочет, добавит в чай. Вжик. Вжик. Вуаля. Ну и как всегда, вы уже знаете мой стиль декорации под десерт тарелок. Les orages grenadiers et les gros orages derrière. Il a plu. Ce qui tombe deux semaines en deux ans. Ils ont construit un village. L'orage suivant qui arrive. Les gens étaient découragés, ils étaient dépités. Tu m'étonnes. Moi j'étais allé pas loin de chez toi, mon c'est pour les boss quand j'étais à l'armée. C'est, enfin non, c'est plus près de. Mais là tu pourrais le faire de toute façon. Ah non, là. C'est quoi, c'est quoi? Ah, c'est du thé? Ah d'accord. C'est un filtre que t'as là? Oui. Ah, c'est la première fois que je vois ça, Nio. Et le samovar là, c'est pour ça fait c'est du thé. C'est pour le thé aussi. C'est pour le thé aussi. Ouais. C'est pour faire bouillir. Ouais. D'accord. Mais c'est pareil, c'est comme une grosse. Enfin, oui. Et je l'ai là. On a aussi, on a. Je l'ai, il est en bas. Par contre, le samedi, dans ton marché, là oui, là tu vois que il y a du monde, ça bouge. Donc, entre le mercredi, il est marchandé ou il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez.
Ну, так как у нас есть самовар, Филипп попросил нас его показать и рассказать, как он действует. Вот что мы и сделали. Ну, тут заодно и ложки я показываю, которыми казаки ели раньше. Эти ложечки у меня от бабушки достались, от моей бабушки с дедушкой, которые жили на Дону в хуторе большом. Ноночка, подруженька моя детства, с которой мы дружим с 10 лет. Спасибо тебе большое, моя дорогая, за твой подарок, который, вот как ты видишь, приехал во Францию. Твой самоварище. Нет, ну конечно, это будет уже не Галя, если не будет культурной программы, кроме застолья и разговоров. En Italie. Ah, d'accord. À Tarragon, en Espagne, on était. На выходе друг обратил внимание на наши настенные тарелки. Вот, и мы ему рассказали, что приобретали их постепенно в тех странах, где были, где путешествовали. Она voyageait. Ça te bien. Oui. Mais merci beaucoup. Bon, avec plaisir.